Добрый день, дорогие друзья! Давно не виделись, очень вам рада. Вы на канале «Все связано с Мартьяновой Ольгой». Сегодня речь пойдет о вязании такого базового элемента гардероба, как снуд. Немножечко расскажу. Эту пряжу я купила в Бангкоке. Я купила два моточка компаньона. Один моточек пряжи секционного крашения, вот такая замечательная, с переходом чудесным. А вторая однотонная пряжа. И первоначально я хотела создать снуд как акцент комплекта и компанию к нему берет. Берет я планировала, что будет выполнен гладью, то есть классический берет. Но пряжи у меня не хватило разгуляться. А снуд я уже связала первоначально. Вот, поэтому шапку, берет у меня превратился в шапку, красивую шапку с косами, я о ней вам тоже все расскажу. И берет я увидела, как перевязать по-новому, чтобы он уже был компаньоном к шапке. Но поскольку в старом виде он классный, здесь сочетаются узоры очень универсальные, который вы можете применять во многих изделиях, я все-таки решила о нем снять сюжет и вам все показать. Как же вот этот вот снуд выглядит, допустим, на взрослом. То есть вот такой широкий снуд с отворотом. То есть его можно одеть как под куртку, например, горлышко будет тепленькое, как поверх куртки, размах позволяет. А его можно одевать как снуд-капюшон. Вот. Вот таким образом, да? Вот, смотрите, красота какая получается. При этом, если еще здесь курточка, воротник держит, то все хорошо. А если для ребеночка, вот этот снуд прекрасно превращается в манишку. Пойдем смотреть поближе и вязать. Итак, размеры моего снуда, ширину. Это 24 сантиметра, но он тянется, очень хорошо тянется. А в длину, в сложенном вот, вдвое состоянии, он у меня 32 сантиметра. То есть, если его разложить, то это будет шарф в длину 64 сантиметра. Но он в длину тянется тоже. Если вы сделаете вот этот снуд подлиннее, 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 то это будет снуд в два оборота. Если вы его сделаете хотя бы еще в половину шире, вот так где-то 35 возьмете вот в ширину, то есть вот так где-то в 35-30 в ширину, то это будет замечательный снуд-капюшон. Если вы не будете сшивать, как я, оставите его полотно, то это будет шарф. Если вы его еще сделаете широким и длинным, то это будет палантин. Кроме того, вот эти узоры, которые я здесь использовала, я вам их обязательно сейчас все покажу, они очень универсальны. Вы их можете применять как для вязания снудов, причем хоть на прямых спицах, да, я вот так вязала, вот таким вот образом, так и на круговых, только тогда все эти рисунки у вас будут вот так горизонтально идти, в зависимости какая идея. Также эти узоры замечательно подходят к шапкам, палантинам, варежкам, вот этот вот клеточка, ну платочная, это универсально. Это могут быть, допустим, платки, снуды не только из шерсти, полушерсти, но также хлопковые, особенно вот эти ажурные дырочки, очень красиво смотрятся на махеровых изделиях, на ангоре, на пряже, при выполнении из ангоровой пряжи. Это может быть платок треугольный, причем без разницы, вы будете вязать его из середины гипотенузы, да, либо из угла, неважно. Эти узоры, они будут прекрасно смотреться. То есть вот такой треугольный платок, вот если вы будете вязать из середины гипотенузы, вот отсюда начинать, то у вас эти узоры, они будут просто располагаться вот в таком порядке. И вы можете делать эти стороны как симметричными, так и несимметричными. Вы можете начать вязать платок этот вот из этой вершины, тогда у вас узоры будут располагаться вот в таком виде.
если из этой вершины, то вот так они будут у вас, эти узоры, идти. Настолько они универсальны, что могут применяться практически везде. Если вы начинаете вязать платочную вязку сразу после набора петель, то вы просто вяжете сразу же лицевые петли за переднюю дольку. Первую петлю кромочную вы снимаете всегда в данной ситуации, а последующие петли вы провязываете за переднюю долечку, для того чтобы не было перекрещивания петель, все подряд лицевыми, все лицевые. Последнюю петлю, самую, в каждом ряду мы тоже будем провязывать лицевой за переднюю дольку. Тогда наш край с вами получится ровным, красивым и аккуратным. Перевернули вязание на другую сторону, опять лицевые петли. Первую петлю мы снимаем просто и опять провязываем за переднюю долечку. Все петли до последней. Таким образом у нас получается платочная вязка. Когда будете переходить на платочную вязку, например, после глади, удобнее это делать с изнаночной стороны. То вы просто изнаночный ряд провязываете не изнаночными петлями, а лицевыми. И вы перейдете таким образом в платочную вязку. Последняя петелька, точно так же, как и все предыдущие, за переднюю долечку и провязали. Первую снимаем, последнюю провязываем. И будет платочная вязка. Чтобы сделать дырочки на полотне из лицевых петель, просто дырочки, нужно делать следующие манипуляции. Первую петлю мы с вами снимаем кромочную. Дальше мы две петли провязываем просто вместе, как одну целую. За передние дольки вы провязываете, за задние, без разницы. Главное, чтобы не было перекрута полотна. Вот у меня так петли сейчас лежат, что мне удобнее и правильнее провязать за заднюю стеночку. Две вместе. Раз. И накид от себя. Накид от себя. Вот это к себе, вот это от себя. Придерживаем его пальчиком. Следующие две вместе. Все, накид наш зафиксировался, никуда он не денется. Опять накид от себя придерживаем. Две вместе. Накид от себя. И таким образом мы вяжем до конца нашего полотна. Либо в соответствии с вашей задумкой. Вот такими дырочками можно оформлять рисунок, например, на лицевом, на полотне из лицевой глади. То есть там сердечки какие-то делать, цветочки, ромбики из дырочек. Особенно если вы будете вязать кофточки из хлопковой пряжи, хлопок с акрилом, например, или шерсть с хлопком. Будет очень красиво и вроде бы и несложно. И с другой стороны будет оригинально и красиво. Остались последние петельки. Две вместе я тут уже не провяжу. Поэтому одну лицевую просто провязываю, последняя кромочная за переднюю дольку лицевой петлей. А вот изнаночную сторону мы с вами вяжем просто изнаночные петли. За переднюю стеночку, чтобы не было перекрута, все подряд. Последняя петелька за переднюю дольку лицевую, вне зависимости от того, как вы вязали основное полотно. Итак, когда мы повернем с вами на лицо, то мы получим ряд из вот таких чудесных дырочек. Как же выглядит схема этого узора? Она очень простая. Собственно, состоит всего лишь из 4 рядов. 2 лицевых, 2 изнаночных. И все. И просто повторяя их опять, вы будете создавать свой узор. Первый ряд. Кромочная петля. Затем провязываем 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Затем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Собственно, вот эти 8 петель и составляют раппорт узора. И повторяя их еще раз много раз, вы будете получать полотно с узором прямоугольнички.
Опять повторяем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Кромочная. Второй ряд. Изнаночный. Вы вяжете все изнаночные петли, кроме последней, которую вы вяжете лицевой за переднюю стеночку. Но я не буду рисовать, чтобы просто не засорять узор. Третий ряд. Лицевой. Кромочную петлю снимаете. Дальше провязываете одну лицевую, три изнаночных. И поехали дальше. Пять лицевых, три, четыре, пять, три изнаночных. Раз, два, три. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, ну мне не хватает, и кромочная. То есть мы просто лицевые и изнаночные с вами меняем местами. Четвертый ряд, кромочную мы снимаем, и все-все-все в обратном порядке, все изнаночные. Последняя провязывается лицевой за переднюю стеночку и так далее. То есть вот эти всего лишь 4 рядочка являются нашим узором. То есть просто разбейте вот эти первые ряды правильно, и у вас получится красивый-красивый вот такой вот узор. Как это выглядит на практике? На практике вот я отвязала уже небольшой образец, покажу с нуля. Первый ряд. Лицевую снимаем и начинаем вязать узор. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 лицевых. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Опять 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Мой образец закончился не до конца рапорта, поэтому, ну, ничего страшного, одну изнаночную провяжу предпоследнюю и кромочная лицевая за переднюю стеночку. Изнаночный ряд. Мы вяжем все-все петли изнаночными. Опять же, только следя за тем, чтобы они не перекручивались. Последняя петля за переднюю стеночку, как лицевая. Дальше. Следующий лицевой ряд. Третий. Ряд согласно нашей схеме. Провязываем. Первую петлю кромочную мы с вами снимаем. Дальше провязываем одну лицевую и далее 3 изнаночных. 1, 2, 3. А теперь с этого места опять 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных и так до конца. Изнаночный ряд. Четвертый, согласно нашей схеме, все петельки изнаночные, кроме последней. Есть, провязали. И опять начинаем повторять наш узор, начиная с первого ряда. То есть кромочную сняли, и опять 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных. И таким образом у вас будет получаться вот такой чудесный узор. Прямоугольнички. А с изнаночной стороны он выглядит, ну, практически как изнаночное полотно. Очень аккуратно. Ну что, дорогие друзья, удачи! Экспериментируйте, фантазируйте и присылайте, конечно же, фото ваших готовых работ и процессов. Всегда буду рада. Вопросы не забывайте задавать в комментариях. До новых встреч! Пока-пока!